эти камушки легкие. Что у меня еще здесь есть? Ну, все интересные такие. Вот он камушек. Ух ты, муравьи. Ну ладно. А знаете, что внутри? Внутри 5-литровая бутылка. Пластиковая всего лишь навсего. Вот тоже камушек. Ну, все они такие искусственные. Ой. Вот он искусственный камушек. Легкий. 3 килограмма, наверное. Таких камушков у меня много. Ящерка. Видели? Здорово. Вот тоже камушек. Ну вот давайте один сделаю или два сегодня камушка, а потом покажу, как их раскрашивать, почему они такие у меня получаются интересные. Видите? Ребристые. Ну, раз я развела эту бодягу, развела цемент, то пора делать камни. Время собирать камни, время разбрасывать камни. Конечно, хорошо бы какая-нибудь легкая бетономешалка. Ну, приедет муж, попрошу. Какую-нибудь насадку дрилевую. Зато успокаивает. Мешаешь себе. Так, что для камушков нам понадобится? И вот такая вот мелкая сеточка. Это раз. Нам понадобится керамзит для того, чтобы камушки были легкие. Ну, я не помню, каких-то легких керамзитовых тоже камушков, ну, которые везде полно настрой. Ну, вот, в общем-то, и все, что нужно для изготовления камней. Вот. Очень удобный. Муж дал на пользование. Говорит, занимайся своим любимым делом, моя любимая. Ну и правильно. Любимая должна заниматься своим любимым делом. И вот у меня уже готова пивная бутылочка. Все, обернула горловину. Ну и теперь можно уже приступать к самому процессу. Чувствую себя прям каменщиком. Раз. Пойду строителем. Если не получится камни. Ну вот такой блинчик, пускай пока сохнет. Раз. Нет, одно удовольствие делать, правда, правда.
У меня немножечко была передышка, пока все это сохло. Тем более тут дождь зарядил. Продолжаем работать с камнями. Оставайтесь со мной. Следите за моим видео, за моими руками, что я буду делать дальше. А дальше я очень хотела сделать вообще большущий камень. Нет, что-то я погорячилась, я его, наверное, не сдвину не с места. Но мне где-то хотелось здесь иметь большой камень. У меня есть один, ну, где-то самый большой, наверное, он по колено. Вот. Ну, давайте вместе, что ли, его делать. Подставка под телевизоры, крутящаяся, что здесь, что здесь. Но я так, чтобы ее не испачкать, закрываю целлофаном. Что дальше делаем? Какое ведро нашла на помойке? Без ручки. Смешно, конечно. Конечно, смешно. Но у меня есть свободное, появилось свободное времечко. Ну и плюс погодка наконец наладилась, что можно на улице поработать в удовольствие. Для чего я это делаю? Сейчас сеткой обмотаю ведро, а сюда просто цемент, чтобы не проваливался в само ведро. Экономично. Здравствуйте, ребят, купайтесь, купайтесь. Опять купаются. Можно снимать вообще бесконечно купание детей, как они бесятся. Да и взрослые бесятся тоже, знаете, как умеют беситься. Так, ведро оставляю буквально, может быть, меньше суток. И повторюсь, что... Да что такое комары? И повторюсь, что на большой камень работа уходит чуть больше недели. Так что я вас не буду мучить целую неделю, а просто сделаю монтаж, я повторюсь. Так, что у нас здесь получилось? Маленький камушек. Из этого хочу побольше. Видите, какой легенький. Итак, зачем я делаю сверху еще керамзитом? Ну, понятно, что это очень легкий пористый материал, и поэтому камень будет легче раза в 4. И, во-вторых, керамзитом очень удобно делать требуемую форму. Видите, немножечко сместила, получился вот такой вот камушек. Чуть-чуть сместила, поэтому получается вроде как керамзит влепишь. Как пластилином. Обязательно нужны двойные перчатки. Такие, потому что эти сейчас, если под ногти попадут, это будет очень красивый маникюр. Очень.
перед камнями надо стоять на коленях. Как это делаю я. Большой камень продолжаем делать. Я прям на него возлагаю все надежды. Не, он легкий. Почти легкий. Ну что ж, пора завершать работу с камнями. Они у меня уже все высохли. Вот. Теперь мы будем их раскрашивать. Самая приятная работа, когда мы раскрашиваем камни. Итак, самая приятная работа, повторюсь, это раскрашивание камней. Самая тяжелая и нудная работа была изготовление камней. Они легенькие, их уже видно. Вон вообще просто. Камушек можно раскрашивать разными цветами, абсолютно, потому что потом мы все равно будем поверху закрашивать белой краской. Да, кстати, белой краской, чтобы он был похож был на настоящий камушек. И желательно, чтобы оставались видно серый цемент. Ну вот, смотрите, вот просто такими мазками сделать черным. То есть не бояться, это же творчество. Всегда можно закрасить, если не понравится. Вот так вот. Камушки мои уже высохли. Замечательно. Сейчас я их покажу поближе. Потом обыкновенной белой краской акриловая водоэмульсионная. Мы потом просто акриловой краской покрываем эти камни.
сухой кисточкой, практически самой густой краской. И оставляем высыхать. И все. Чуть подсушили на солнышке, великолепно переживет зиму, весну, лето, осень, зиму, весну, лето. Дождь, снег, морозы, ничего не боится. Правда, правда. Ну и вот так, смотрите, что получилось. Захотела прям реально черный камень. Оранжевый, коричневый, черный. Вот такой вот камушек. Чуть светлее. Видите, какие легкие у меня. И вот этот вот. Ну, заготовку у меня попросила внучка Олечка, чтобы сама раскрасила. Хочет в синий, хочет в желтый, какой хочет. Все, это ее камушек. Ну вот, видно. В таком состоянии видно, что все-таки это, ну, немножечко не сделанные камни. Конечно, можно так оставить, но фишка у нас заключается в другом. Берем вот эту вот краску. Ну, не обязательно этой фирмы, я имею в виду, что вот она, супер белая, интерьерная, самая дешевая, по-моему, она стоит 100... 105 рублей. Ну и начинаем красить. Вот, кстати, обратите внимание, почему я говорила, не весь камушек нужно закрашивать. Видите, прожилки, это цемент. Ну, как бы, знаете, как бы проглядывает натуральный камень. Так, и кисточка должна быть всегда сухой и всегда белой. Легкими движениями, вот смотрите, прям вот прям чуть-чуть касаясь. Нет, вы можете, конечно, по-своему сделать, но я показываю мастер-класс, как я делаю.